И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. И сегодня я бы хотел с вами поделиться промокодом от Сбивали Аптеки, который дает вам скидку 150 рублей на первый заказ от 1000 рублей, только для новых пользователей. Сбивали Аптека – удобный интернет-магазин медикаментов и система поиска лекарственных средств. Позволяет купить оптом и вложить товары для красоты и здоровья, а также лекарственные препараты по самым низким ценам. Преимущество продукта – огромный ассортимент товаров от 50 тысяч наименований. Демократичный шен, поиск товаров высокого качества и по доступной цене. Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. Выбор дешевых лекарств для здоровья, гигиены и красоты. Большой выбор товаров в категории «мать и дитя». Наличие живых товаров – удобное мобильное приложение. Круглосуточная доставка 24 на 7. Более 700 пунктов самовывоза. Выдача заказов в течение часа из ближайших аптек. Регионов, в которых действует промокод. Ярославль, Воронеж, Владимир, Тверь, Тува, Смоленск, Саратов, Санкт-Петербург, Рязань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва, Липецк, Курск, Кострома, Иваново, Белгород и Астрахань. Выше всего, конечно, заказывать через мобильное приложение. Сам промокод действует до 14 ноября. Промокод и ссылка оставлены в описании под видео. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова я Бак Фалкон, и сегодня с вами бой, который придет 13 ноября. А именно поединок между Кидом Гавахадом и Киком Мартинесом. Шанс у нас готов 80 на 20 в пользу Гавахада. Я должен идти в природу единым вашим решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подойдешь, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выразить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можешь поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем наш трансляж. И первым нашим вниманием представляется Кит Гава. 20 голов, 28 побед, 17 за нокаутом и одно положение. А вот и его оппонент. Кика Чувство Мавутинош. 54 боя, 42 победы, 29 за нокаутом, 10 положений и 2 ничьи. Сейчас давайте напомним ваши правила и мы начнем. Первый раунд, погнали. Попадает Гавахад. Здесь будет Мартинес. Кит отвечает. Вашмен. Неплохо начинает испанский боксер. Выпускает Кит. Вашмен. Крылыч. Мимо. Вашмен. Мимо. Попадает Кика. Мимо. Вашмен, потом Гавах это хорошего уша своего оппонента. Попадает Мартинес. Вашмен. Мимо. I think you can just sense right away that strategy is going to be key here. This isn't going to be some wild type brawl. This is going to be a very technical, strategic type fight. Absolutely, Joe. Each guy waiting for the other one to make the first mistake. Мимо. Попадает Мартинес. Атакует по-прежнему испанский борец.
Мимо. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Шмен. Да, Маутинош. Мимо. Попадает снова Маутинош. Мимо. Попадает Гавахат. Вашмен. Пелом же ушел, и на мой взгляд, он уже и спас Кумбаксёва. 10-9. Кика ведет в счет. Очень плохо начал поединок Андердог. I just don't get it, Ted. Oh, there's two reasons usually. One is he's not in shape. In his case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind, too. What do you mean he doesn't want to throw? You think it to yourself. He's a fighter. He's in the ring. He knows that he has to throw punches. But if he throws punches, he also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances. And some guys would rather not take those chances. И у нас вал номер два. Here we go. Round two is underway. Куда я кика? Галах пока обвоняет. Вашмен. Getting rid of that punch from his opponent. Well blocked by Mr. Showtime. Неплохо попадает. Галах от Маутинош отвечает. Мимо. Mr. Showtime's doing exactly what you should to be a strong defensive fighter. Those punches away. Неплохо. Protecting his head well with his guard. Мимо. Вашмен. How about a return to sender with the left hand? A headshot blocked. Вдает. Хит. Неплохо. Здесь Гавахат. Клинч. He clinches when he gets to the inside. Halfway through round number two. Bam Bam's knowledge of the game is showing through. Мимо. Three ways to defend. One of them is to block. He did it there. Вашмен снова. Попадает Маутинош. Галах попытался встретить, не вышел. Мимо. Точен кит. Вашмен. Martinez's defense. Is it ever good? Мимо. Look at how easy he's able to block those punches. Mr. Showtime's out there just waiting on a counter punch, isn't he? Yeah, well, first of all, why is he? Because he knows if he walks in, he's going to get caught. So what he wants to do is, he knows there's basically a guard at that door. He's trying to get that guard to get out of there so he could go through that door. Попадает сейчас Галахат. Неплохо. Здесь вот Блутайнер. Мимо. Апперкот и подрешен Маутинош. Вот это да. Клинч. И второй раунд уже за фаворитом. Что же на 19-19.
pause to realize what has just taken place, and that is we have one man just separated himself from the other. Он был точнее своего оппонента, а после раунда ему даже удалось подносить своего визави. From a couple rounds ago, he's been hitting with a lot of punches, and I think it's starting to take its toll, and you saw it there. И у нас раунд номер 3. Martinez's opponent is not seeing the damaged goods he was opposite of in the last round. This is a different fighter starting this round right here. Able to block that away, it was targeted for his head. Неплохо. Good way to protect the midsection. Отвечает Галахад. Рашмен. Неплохо. Клинч. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Мимо. Попадает Кика. Рашмен. Идет Мухинаш вот так. Рашмен. Тоже там от Галахада и это нокдаун. Очень красиво сейчас подловил хит своего оппонента. И опорно ему первый нокдаун. Смотрим повтор. Ну, наверное, вышло хорошее же глядень. Это всего лишь третий раунд. Поднимается Кика и бой продолжается. Мимо. Мимо. Апперкот. Рашмен. Попадает Кика. Снова точно Мартинеш. Тоже дал фокус пошел от Галахада. Giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Неплохо. Keep doing what you're doing. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Да, это Мартинеш, Келлинич. А Кулкот? Рашмен. Martinez's blocking ability is doing well for him there. Неплохо. И тут эти вам британец также забивает себе в копилку. И более иногда у нас сейчас лучше 29-27 в его пользу. И уже жили тоже такой счет, а у нас вал номер 4. Похожий раз хит. Оба мимо. Попадает Кика.
Неплохо. Ну, точно. Галахад. Мимо. Мистер Шоутаймс пытается вернуться к тому, где он был в этом раунде. Он был сбит в последнем раунде, когда вы были с вашим оппонентом. И вы сбили человека. Those opening few moments of the next round, do you try Выжидая. To size up and kind of take into account where your opponent is? Do you look into his eyes and assess the situation? Well, I don't know if you get close enough to look right into his eyes as his opponent. Let's go in the corner. You better not send your fighter out if his eyes don't look clear. That's your responsibility, looking out for the fighter. But as the opponent out there, you look at his legs. If his legs look a little wobbly, you get right on him. Мимо. А тут кто тут? Блютанша. Мимо. Good doubling up of the jab by Mr. Showtime. Куда я отскакал, как спокойно пошел? Кен Линч. Just holds on there. Неплохо. Ну, точно галахат. Really frustrating his opponent now. Bam bam, so defensively sound, it doesn't make for an easy target. No, it doesn't, and it makes for a very frustrating night for his opponent. I see his opponent now, if you notice, he's getting a little tentative. He's afraid to let the punches go because when he misses, he's worried he's going to leave an opening. What's the man? Don't walk into his punches! Let him go! Неплохо. He took a shot. But he came back with a right hand of his own. Мимо. 10 seconds remaining in this round. Волнуйся, Блютанш. И что-то вау, также за Галахадом. Все же лучше 39 на 6 в его пользу. Все-таки видно, что важно, что схватим из боксового вырыка. His accuracy isn't there. And there's a reason for it, Joe. His punches are the wide variety. And wide punches, guess what? They don't find the mark. They're not accurate. Beautiful, Joe. Oh, beautiful. Nice work. All right, I want to see more uppercuts, okay? И у нас вау номер 5. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round. What has been да, это Галахад. Very even fight. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here? Well, two aspirin and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Мимо. Точен кит. Снова подает Галахад. Мимо. Подает Мартинус по колу пошел. Мимо. Mr. Showtime's making for a tough target there. He gets away from that punch. Still plenty of time to work here in round number five. Minute and a half to go. Тоже считает его Галахад и продолжает новый кинуть. Bam Bam
showing us a great display of one of the best elements of defense, Teddy, and that is your ability to make your man miss by putting it. And now what his opponent has to do is he has to understand, hopefully he's been taught this, that yeah, the head moves, but the body doesn't. The body is stationary right in front of you. Right now his opponent should not be going to that head. He should be going downstairs. He took a go of it to the body, but came up empty. Ваш мен. Good exchange. He fires back. Мимо. Точен. Галахат. Ваш мен. Неплохо. Келлинч. Мимо. Ваш мен. И пятого уже был танцы. Что-то раз лучше шовок. 9 шовок, 5 минут позже. Постепенно понимаю, что Гава когда все увеличивается и увеличивается. И у нас вау номер 6. Мартинес is back. Look at him here in the start of this round. Remember, he got tagged hard in that last round. Well, that's the reward you get. Попадает кика. Галхард попускает. Good defense upstairs. Stay away from that offensive assault. Мимо. Trying to go downstairs, but off target. Martinez's work rate is very high. I looked at the punch stats and you can see that he's a busy guy. I don't think he's an effective guy though. A lot of these aren't landing. Well, you have a reason to think that, Joe. Guess what? I agree. They're not. Klinic. And now just wasting away some time with that clinch. Мимо. Mr. Showtime's missing the mark by a mile. That just was nowhere to be found. Пытается атаковать Мартинес. Галахад защищает. Неплохо. Тоже дал откида. Точен Галахад. Керлинич. Reaching the halfway point of round number 6. Полковский по кика. Неплохо отвечает Галахад, и сразу же клинчует. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Move your head. Выдает Мартинес. Мимо. Ваш мен. Апперкот. Керлинич. He's waiting for the guy to walk in. See, to be a good counterpuncher, an effective counterpuncher, guy has to come close to you. But his opponent's staying at a distance. He's not giving him anything to counter. Попадает кика. Ваш мен. Мимо. Final 10 seconds of the 6th round. Неплохо.
И шестой раунд за британч. Минимально, но за Галахеда. И после первого боя таким образом 659-54 в его пользу. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. This is his fight. Yeah, we just hope that the judges, and you never know that. That's one thing that sometimes can really disappoint you in this business. You hope the judges see it that way, because I can't see it any other way. Okay, now look, it's a good round, but he's standing right there with you, okay? All right? This round, I want you to move to your side, left or right. I don't care. He moves with you, move to the other side from me, all right? Use that jab. И у нас раунд номер 7. Six rounds in the books, six to go. Вдает Галахад. Bam-Bam's giving us a taste of some of that athletic ability, that hand speed right there. Ну, Гимнаш идет в атаку. And his opponent, though, now is going to have to show us that he can do something to sort of, you know, adjust to counter this. And that's going to be controlling range and timing, because he can't match up with the physical hand speed. Точно Галахад. Неплохо. Точен кит. Мимо. Мимо. Попадает Галахад и потрясён Мавутинош. Попускает кика. Галахад Джоншен очень и очень шелёшен. Неплохо. И сейчас мы можем главное интрига, сможет ли Мавутинош продержаться до конца поединка. Снова попадает Галахад и снова потрясён Мавутинош. Клинч. Попадает кит. Поковшивает Галахад. Мимо. That belt line well. Bam Bam showing us that defense is also very much part of his game. Yeah, it is. Not only to avoid punches, but actually to even set up offense. You know, they make you miss, and then there's something coming back. It creates opportunities to hit you. Мимо. Попадает по колбушу Галахад. Мимо. Точен кит. Мимо. И очередной раунд за Галахадом. Сейчас он уже 69 шаттель в его пользу. You need to capitalize on his misses, okay? I want to see that counter hook. Make him pay for his misses. Okay. You're doing well. Let's get him some water. Take a deep breath. А он сейчас же еще 68 шатлы хуже Галахада, и у нас раунд номер 8. Мимо. Попадает Мартинош. Галахад точен. Видно, что Галахад настроен на нокаут уже. You know, you don't want to panic, you don't want to just throw everything overboard. You want to stay with what brought you here. Hey, he's been taught this
Неплохо. You know, months and years he's been taught this. You don't throw it out. You stay with it. Попадает Малкин наш. Неплохо. You know it's only a matter of time. You know that goes into the old computer, the old brain, where the guy remembers that, and the next time he's gonna capitalize on it. Попадает Малкин наш. Мимо. Да, это Кика. Точно, Галахад. Мимо. И Сашкит позже дает поработавшему оппоненту. Мимо. Точен. Галахет. Клинч. Крашмен. Неплохо. Мимо. Мартинес has got a way of just getting away from that punch. Mr. Showtime's got no chance of keeping his opponent off balance. None at all, because he's not moving at all. Maybe he doesn't want to. You know, guys start to deteriorate, not just physically, outside, but inside. Maybe he's given up already. And maybe he doesn't want to fall down. Неплохо. He knows everybody's going to see that. But maybe this is his way of getting out of there. He knows the ref's going to stop him. Keep working the box. Мимо. Last 10 seconds of the 8th round. Попадает Кит. Кирлинч. Но это вам по мне все-таки же испанском боксе. Сейчас у нас 78-74 позже будут танцы. Откровенно, Кит просто отдал и не шокил в начале. On my scorecard too. And right now, he's got to do something that you hate to be in this position. But he's in that position. You have to take chances. You have to risk it all now to be able to catch up. Okay, same thing. Keep the jab moving. And you have to move your head. Watch out for that right uppercut. Yeah, we'll go. We'll go. И у нас вал номер 9. As another round gets underway, it gets us thinking, how much more of this will we see? Hard to envision this fight going the distance with how lopsided it's been. Крашмен. Попадает Кика. Точен Маутинуш, Галахад выжидает. Неплохо. Точен Галахад. Крашмен. Неплохо идет сейчас Британиш. Мимо. Но попускает Кит. Вашмен. Неплохо выбивает Галахад. Снова Вашмен. Мимо. Галахад точен. Оба помахиваются. Мимо. Маутинуш попадает. Попадает Галахад и потрясен Маутинуш. И у нас второй нокдаун в этом поединке. Все-таки он случается.
смотрим повторно, подводившие. И испанец поднимается, и бой продолжает. Мимо. Вашмен. Идет в атаку кика. Вашмен. See the movement he's putting forth. Yeah, he's using his legs real well. He's controlling range. He's just not allowing his opponent to get into the punching distance he needs. Снова Вашмен. Мимо. Клинч. Мимо. И девятый вал за Галахадом. Плюс нокдаун. Таким образом он ведет 88-81. И впереди у нас будут чемпионские валы. Just need to pace yourself. Relax, relax. Take a deep breath. I need you to focus. Anticipate his punches, okay? И у нас десятый раунд. Start of a new round, but will it be much the same? Martinez has been down numerous times tonight, Teddy. Well, if there was a mercy rule like there is in Little League baseball, guess what? It would be invoked right now, and this would be over. Oh, he just misses with that headshot. That was a fine block by Mr. Showtime. Галахад отвечает. Неплохо. Клинч. And he ties up on the inside. Needs to improve that accuracy. Miss with the headshot. Атакует Мартинеш. Клинч. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Вашмен. He just missed that shot on top. And here he goes again with the clinching. Апперкот, потому что Мартинеш и третий нокдаун. Получите, поспешите. Now I know where they got that saying, falling like a sack of potatoes. И бой окончен. It's over. The fight is over. Martinez is unable to get up and continue on. Победу нокаутом в 10-м раунде одерживает Кит Галахад. Bam Bam's not.
сейчас уже... Нет, он выжил, чтобы 89. 78, вот эти 88-79. Первым все отдали Маутинусу, единственное, отдал ему 4-го ваунг, а остальные все за Галахадом. Что ж, давайте обратимся к статистике. Галах попал 198 ударов из 563. Маутинуса 250 из 807. У Галахада 92 из 281 в голову и 106 из 282 в корпус. У его визави 75 из 346 в голову и 175 из 461 в корпус. По раундам. Первый 14-28, второй 24-21, третий 24-31 по нокдаунам 1-0, четвертый 24-30, пятый 22-32, шестой 21-26, седьмой 22-21, восьмой 22-24, девятый 17-26 по нокдаунам 1-0, и 10-й 10-12 по нокдаунам 1-0. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же бой пройдет на самом деле. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!